Владимир Путин собирается приехать в Ржев. Об этом он заявил накануне на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Посетить Тверскую область президента пригласил член проекта «Волонтеры Победы». Они занимаются благоустройством памятных мест и воинских захоронений. И в этом году, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, добровольцы проведут большой международный субботник рядом с Ржевским мемориалом советскому солдату. А он состоится 18 апреля. Мы хотели бы пригласить вас в Тверскую область посетить данное мероприятие, так как туда приедут не только добровольцы из нашего Крыма, из других регионов нашей страны, но и родственники героев Ржевской битвы. И было приятно с вами провести этот день. Я постараюсь это сделать, потому что там действительно очень крупный, большой мемориал создается. По-моему, 25 метров там высотой памятник будет. Один из самых крупных будет у нас в стране. И это правильно, потому что Ржевское сражение, оно осталось, все время осталось как бы в тени других победоносных битв Второй мировой войны. Здесь нельзя сказать, что она была победоносной в полном смысле этого слова, но она была точно кровопролитной, очень важной для удержания тогда ситуации и баланса. Там отмобилизованные армии группы «Центр» воевали против советской армии. И, безусловно, это место заслуживает того, чтобы о нем помнили будущие поколения. Они внесли свой огромный вклад ценой огромных потерь в победу над нацизмом. Поэтому я постараюсь там быть. А вас хочу поблагодарить. Это, конечно, очень хороший пример для подражания. Спасибо вам большое.